Фейк не ведется на него соперник. И бросок открывает Пивор. Этим броском мяч и забивает. Кто забивает? Хорошая передача. Передача под кольцо и 2 очка от Aces. Но это достойный проход. Увидела игрок в атаке. Передача в правый корнер. Оттуда мы видим проход. И с нулевого уходит игрок и выходит Aces вперед. Наращивают почти абсолютно критично. Гущина останавливается, будучи готовым бросать трехочковый. По итогу мы видим трехочковый из угла. Пивор открывают счетчик трехочков. 3 есть еще. Aces тут же отвечают. Заряжены команды, заряжены. Двигают мяч игроки. Трехочковый еще один от Aces. 10-5, плюс 5 от Лас-Вегаса. Атака и есть еще 2. Гущина. Первый штрафной бросок точен. Забивает Дарья. Второй бросок тоже точен. Всем нам хорошо знакомая, по крайней мере, тем, кто имеет какое-то отношение к организации. Абел, заслон, проход и блок-шот, чейс-даун это. Это был чейс-даун. Ускорение, хорошая передача и продолжает. Продолжает набирать очки. 16-7. Проход. Скидка. Есть 3. Здорово. Светлана на линии штрафных. Она не... Итак, хорошо протаковались, прошу прощения, в атаке. Ой, великолепный пас. Ну, правда, нужно было забивать, но путбэк удался. Дача, серия перехватов. И трехочковый от Aces. Что они вытворяют? 23-12 плюс 1. Проход и Гущина 2. Сокращает до 9 очков разницы в счете. Проход. И есть еще 2. Не собираются Aces отдавать концовку первой четверти. А вот второй она забивает. Один из двух. Неплохо. Итоговый счет первой четверти. Типа смотрим на процент реализации у игрока. По-моему, первый раз она сегодня на линии штрафных. Первый бросок точен. Второй тоже там. О, броска вылез. Ходит она в своей команде. Сейчас Бордыченко. Ой, великолепная передача под кольцо. И наконечная 2 забивает. Проход. Гущина. Отличная передача. Постплеймейкинг на высоте. Забивает середина. Поддержанная не смогла создать контест. Сейчас для Арсеньева. Арсеньев выполнил его мяч. Здорово. Проходит. И Лайя пополняет из-под рук. Забивает 2 очка. Сокращая разницу в счете до... Забила первый. Потежная. Вот это легенда. Браток и там. 32.
рок-н-ролл разыграть. Передача под кольцо, Гущина. Разворота 2 заносит кольцо. И 27 до конца четверти. Есть. Забивает Гордыченко. Передача. Гущина проходит, и с левой руки есть 2. Была недовольна действиями своих соперниц. И пол. 2+1, здорово. Это было хорошо. Четвертая команда это было для Лас-Вегаса. Но благодаря очень хорошему рывку от Aces в самом начале, плюс 10 они забрали стартовый отрезок. Гущина дальняя 3. Не точно. Гущина попытка номер 2. Забивает. Ищет куда отдать, находит. Бросок не точный. Гордыченко подбирает и заносит 2 очка для своей команды. Хорошая передача под кольцо. И Гвардыченко 2 подряд. 2 очковых забивает. Результативно была потеря. Фивор в атаке. Скидка. И Клыкова 2 очка в быстром отрыве забивает. Становится. Это блок. Это хороший блок. Второй у нее есть еще. Второй там. Первый бросок не точен. Второй точен. Первый в атаке. Скидка потежная. И есть 2. Вот, разобрались все совсем, и здорово, через руку 3! 43-42, минимум. Бегает дальше. Еще одно получение, передача под кольцо, атака, и есть 2! 2+1, Гущина. Агрессия. Очень недовольна Гущина. И есть 3! В исполнении Aces наконечно забивает. Да? Да. И есть 2 очка. 50-42. Скидка, атака, 3-очковый от пива. Проход, атака, Клыкова забивает. Пытался помешать выполнить бросок, Айден не забила после этого, но на подборе хорошо отыграла Трофим. Проход, бросок и 2-очковый точный. 52-49. И 3 есть. Первый штрафной точен забивает Клыкова. 55-49, 6 очков разница. Есть шанс сократить до 5. Пользуется Наим. 49, 6 очков разница. Есть шанс сократить до 5. Пользуется Наим. 55-50. 51. А, ты все понял. 55-51. 57-51. Не собираются. Это достойно. Вот это спортивное поведение. Там Галик все-таки. Я не знаю, я честно не понял. Да, Голеностоп все-таки.
Не знаю, падала она просто за колено, схватилась я. Поэтому Клыкова. Нужно мстить за свою сокоманницу. Айдын. Клыкова. Клыкова 2 есть. 5 минут, 1 очко разница. Середина отлично защищается и свалила, свалила. Опустила руку после броска и 2 плюс 1. Игровой. И там. Эйсит в атаке. И в быстром прорыве забивает игрок. Плюс 4. У вас. И там. Проход. С разворота есть 2 очка. Забивает Клыкова. Блок находит наконечный. Забирает под кольцо, получает блок-шот и попадает Клыкова после блок-шота в ногу серединой. Уходит. Да, Артеньева только что не забила. Скидка. И здорово. 3! Ху-ху! 3, 55-62, 45 секунд до конца матча. Проход. 2 есть, плюс 1 сейчас ведут Фивер. Здорово с мячом.